heaven on earth. Церковь была создана Иисусом как надежда мира и свет миру. Мы должны проснуться. Вопрос не в том, чтобы ощущать гусиную кожу перед телевизором, а в целях Божьего Царства. Все начинается с проповеди Евангелия и решения социальных проблем в обществе. Бог приготовил нас для этого времени. Мы поднимемся и засияем. Бог поднимется вместе с нами, и враг убежит во имя Иисуса. Мы увидим величайшее пробуждение, какое этот мир только видел на своем веку. Молодые люди поднимутся, они будут попирать ад и наполнять небеса. Доброе утро, церковь! Вы смотрите нас в прямом эфире на ТБН, One Gospel, Facebook, YouTube, CRC Online и слушаете на нашей радиостанции. Вы готовы прославить Царя Царей и Господа? Аллилуйя! 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 Где бы вы ни были, поднимите свои руки и воскликните «Аллилуйя! Аллилуйя!» И снова «Аллилуйя!» Еще раз «Аллилуйя!» Поднимите руки. Прославьте Господа. Прославьте Его сегодня. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Время восстановления грядет. Спасибо, Иисус. Мы входим в Твои дворы. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Еще раз скажите «Аллилуйя», ведь это означает «Слава Богу». Это означает «Прославьте Его выше всех других имен». Где бы вы ни были, знайте, Бог с вами, и Он за вас. Вы не утонете, а переправитесь на другой берег. Бог поднимет вас, разрушит дух депрессии и отчаяния. Всякие оковы будут разрушены. Всякое бремя будет забрано во имя Иисуса Христа. Всякая мысль о самоубийстве будет забрана силой Духа Святого. Поднимите свои руки еще раз. Я ощущаю, как Бог обращается и служит людям сегодня. Аллилуйя! Вознесите Богу свое «Аллилуйя», свою хвалу, в своей долине, в своих условиях, в своих трудностях. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, молодежь! Бог воюет за вас! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Мы не утонем, мы поднимемся. Мы не опустимся, а поднимемся во имя Иисуса. В присутствии Господа полнота радости, а одесную Его вечные блаженства. Бог не покинет свой народ во время кризиса. Он послал Духа Святого. Он послал Духа Святого, чтобы Он мог утешать вас, чтобы Он укреплял, поддерживал, заступался, ободрял вас. Независимо от того, с чем вы сталкиваетесь, отдайте свои заботы Господу. Отдайте эти бремена Господу, и Он подкрепит вас. Того, чей разум фокусируется на Нем, Он сохранит в совершенном мире. Он сохранит в совершенном мире. Он сохранит, направит, защитит и не оставит. На каждом шагу Он будет с вами. Он ваш Бог. Ваш друг, ваш утешитель, утешитель. Где бы вы ни были сегодня, Он с вами, ваш утешитель. Возможно, вы потеряли близкого человека. Многие теряют близких во времена пандемии. Мы потеряли многих пастырей за время пандемии.
Я знаю, что некоторые из вас смотрят меня и ощущают бремя на сердце. Возможно, вы потеряли супруга. Я не знаю, но я хочу сказать вам, что он или она сейчас с Иисусом. Я знаю, что вам больно. Но я хочу сказать вам, что Божья любовь и Его присутствие реальнее боли. Примите это. Прославьте Иисуса так громко, как только можете. Мы выходим в прямом эфире на ТБН, One Gospel, Facebook, YouTube, CRC Online и радио в исправительных учреждениях по всей Африке. Люди в исправительных учреждениях слушают нас сегодня. Мы выходим в России. Более 7 миллионов человек смотрят нашу передачу каждую неделю в России, Америке, Европе, Украине и по всей Африке. Да будет прославлено имя Господа. Аллилуйя! Я рад видеть всех вас, дорогие мои друзья. Мы чудесно проведем время в присутствии Божьем сегодня утром. Присаживайтесь и открывайте свои Библии со мною. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Хочу поговорить с вами о божественном ободрителе. Люди нуждаются в ободрении. Это трудное время. Люди сталкиваются со множеством трудностей и битв. Мы поговорим о божественном ободрителе. Аминь. Хочу сказать, что 2021 будет годом божественного восстановления. Это будет чудесный год. Аминь. Я хочу сказать, что Бог думает о вас и заботится о вас. Эта буря не потопит вас во имя Иисуса Христа. Итак, Иоанна 14, начиная с 15 стиха. Аллилуйя! Библия говорит, «Если любите Меня, — это говорит Иисус, — это придает вам сил. Поэтому скажите, у Меня есть сила побеждать благодаря Иисусу Христу. Это не религия, а отношение. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя или спасителя». Кто из вас знает, что Отец слышит молитвы Иисуса? «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Поднимите свою руку и скажите «Аминь» во имя Иисуса. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, который будет вам другом, как Я. Он никогда не покинет вас, не оставит вас». Ни в долине ковида, ни в кризисе, ни в разочаровании или смерти. Он не покинет вас, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Не стоит ожидать, что люди мира будут понимать церковь и то, что происходит в это время, потому что это трудное время. Эта битва, она духовна. Ее можно увидеть лишь благодаря Духу Святому, не благодаря ученым, журналистам, политикам, а благодаря Духу Святому. Мы нуждаемся в Духе Святом больше, чем когда-либо. Скажите «Аминь». Если вы любите Бога, Иисуса, Духа Святого, то поднимитесь на ноги и прославьте Бога во имя Иисуса. Сказано, а вы знаете Его. Не случайно вы будете знать Его лучше, чем свою жену. С Днем Святого Валентина! Мужья, хватит сидеть с кислым лицом уже. Поцелуйте или обнимите свою жену. Проявите к ней любовь во имя Иисуса. Итак, Он говорит, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами или беспомощными. Иногда мы ощущаем себя беспомощными, но Иисус сказал, что мы не должны чувствовать себя беспомощными, потому что Он послал кого-то, чтобы помочь нам, направить нас, утешить нас. Он говорит, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Если сегодня вы живете и понимаете это, то поднимитесь на ноги перед своими телевизорами в знак веры и прославьте Господа Иисуса.
Во имя Господа Иисуса, если вы счастливы и знаете это, то похлопайте. Если ваше имя записано в книге жизни Агнца, то тоже похлопайте. Прославьте Господа. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Я был мертв, но теперь я жив. Я был потерян, но меня нашли. Ну давайте же. Я был скован, а теперь я свободен. Как хорошо находиться в Божьих дворах. Давайте. Пусть ваш духовный человек радуется сегодня. Всегда радуйтесь в Господе. Поступайте лучше, чем раньше. Прославляйте Господа во имя Иисуса. Также Евангелие от Иоанна 15 глава 26 стих говорит, «Когда же придет утешитель или ободритель?» О, мне нравится это. Божественный ободритель от Отца. Если Дух Святой приходит от Бога, Он приносит к нам климат с небес. Это не климат тяжести и безнадежности, это климат, наполненный надеждой и радостью, который говорит: «Я знаю свои намерения о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Я не знаю, откуда взялось представление о том, что, приходя в Божьи дворы, мы ощущаем чувство вины, стыда и подавленности. Ничто не может быть так далеко от правды. Когда вы приходите к Богу, вы оживаете. Вам становится хорошо. Вы ощущаете силу. Ощущаете способность творить во имя Иисуса. Иисус поднимет вас. Он вытянет вас из вашей долины отчаяния. Он вытянет вас из вашей долины угнетения. Он вытянет вас из долины депрессии, забытости, изоляции. Вот почему мы написали письмо президенту со словами: «Хватит изоляции. Нам нужно, чтобы церкви были открыты, чтобы люди вернулись в присутствие Божие. Нам нужно, чтобы люди служили Богу безопасно и ответственно». Он говорит: «Я пошлю вам божественного ободрителя от Отца, Духа истины, который от Отца исходит. Воскликните «Аминь» во имя Господа Иисуса Христа». Не все, что показывают по телевизору, истина. Не все, что говорит ВОЗ, истина. Спасибо хотя бы за одно «Аминь». Прошел год, и мы не такие наивные. Люди думают, что у церкви нет мозгов. А мы не потеряли мозги. У нас есть помазанный здравый смысл. Если вы скажете мне спрыгнуть с крыши, то должен ли я это сделать? Или если вы предложите мне духовное самоубийство, то должен ли я сделать это? Нет ничего хорошего в духовном самоубийстве. А суть изоляции именно в этом. Сказано: «Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне». В 16 главе Евангелия от Иоанна мы видим нечто важное. Божье Слово превыше всего. Превыше пророков, епископов, пастырей, президентов. Когда вы умрете, то предстанете перед Иисусом, и вы не заберете свои деньги с собою, у вас не будет своего прицепа, который вы возьмете на небо. Единственное, что можно взять на небо, так это души и людей. Вот почему церковь больше не может находиться в локдауне. Мы должны достигать потерянных. Мы должны попирать ад и населять небо. Мы должны исцелять сокрушенных сердцем. Мы должны мобилизовать церковь Иисуса Христа, чтобы уничтожить порчу и бедность в ЮАР. Мы не хотим открыть церкви для того, чтобы у нас бежали мурашки. Мы хотим открыть церкви, чтобы мобилизовать людей Божьих, чтобы решить социальные проблемы в ЮАР и других странах мира. Здесь сказано: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел».
«Ибо если я не пойду, утешитель или ободритель не придет к вам». Представьте себе учеников. Они ходили с Иисусом, говорили с Ним, жили с Ним, а потом Иисус приходит и говорит: «Ребята, я собираюсь уйти, и это будет для вас лучше». Представьте себе такую картину. В представлении Иисуса мы находимся в лучшем положении, чем ученики, у которых был круглосуточный доступ к Иисусу. Были времена, когда Иисус уходил помолиться, посылал их и не шел с ними, и теперь Он говорит: «Вам будет лучше». Ведь если я не уйду, то помощник, параклетос, не придет. Это греческое слово означает того, кто укрепляет, поддерживает, защищает, учит и ходатайствует. Так вот, он не придет, если я не уйду. Божественный ободритель не придет. Я хочу поговорить о Духе Святом как о божественном ободрителе. Человеческая природа желает, чтобы вы думали о себе хуже и ощущали себя ниже, чем есть. Я не говорю о религии, которая называет этого Бога злым, который хочет достать, ударить по голове палкой. Много лет я не хотел ходить в церковь, я вырос в церкви, а потом мне больше не хотелось ходить в церковь. Каждое воскресенье я слышал «нет» и «нет». И каждое воскресенье я уходил из церкви, чувствуя себя хуже. Я не ощущал надежды, ободрения, чтобы выбраться из греха и зависимости, из негатива. Я был подростком. Со времен начала локдауна, я буду говорить об этом каждую неделю, пока меня не услышат, все говорят лишь о том, как обезопасить людей телесно. Но мы можем обезопасить себя и открыть церкви, обозначив правила, которые будут соблюдать. И не так, как это делают в торговых центрах. Мы можем открыть церкви и сделать так, чтобы в них не было и следа вируса. Мы дезинфицируем это здание до, во время и после служения каждую неделю, чтобы никакой вирус не мог навредить никому. Мы не можем сделать ничего, как только попросить президента открыть церковь. Но в реальности мы видим изолированных молодых людей. Вообще-то, это жесткая форма наказания. Заключенных, которые не выполняют правила тюрьмы, садят в одиночную камеру на изоляцию. В изоляции нет ничего хорошего в психологическом, эмоциональном и духовном плане. Изоляция не приносит ничего хорошего. Наука это доказала. 60% молодых людей имеют проблемы с депрессией. 16-летние думают о том, чтобы совершить самоубийство. 27% молодых людей признались, что за последние 3 месяца у них были мысли о самоубийстве. Вы представляете? Молодые люди думают о самоубийстве. Молодежь должна наполняться жизнью, силой и радостью. Но внезапно они лишились всего этого. 66% признают, что ощущают высокий уровень тревоги. Домашнее насилие выросло. Теперь не только мужчины бьют женщин, но и жены бьют своих мужей. Когда вы сидите за столом в самоправедности и надменности, вы не видите того, что происходит в обществе: боль, травмы, страдания. А вот почему нам нужно, чтобы церкви открылись. Мы должны делать то, о чем говорил Иисус. Мы должны исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Мы должны проповедовать Евангелие бедным. Если вы христианин, то воскликните «Аминь» и прославьте Господа. Итак, Иисус говорит: «Вам будет лучше, если Божественный Ободритель придет». Я хочу поговорить о Божественном Ободрителе. Атмосфера среди христиан часто бывает любой, только не ободряющей. «Лучше я послежу за тобой, осужу тебя, помогу упасть. А если ты сделаешь что-то неправильное, я расскажу всем об этом». Это не атмосфера небес. Библия говорит, что на небе будет собрание святых.
Они могут делать лишь то, что делает небо. Библия говорит, что все они сидят на стадионе небес и болеют за нас, чтобы мы бежали в нашем забеге. На небесах нет ни единого человека, который сказал бы: «Ты не сможешь этого сделать». На небесах нет ни единого человека, который обсуждал бы ваш грех. Они лишь кричат с небес: «Ты сможешь это сделать! Поднимайся, молодец, добрый и верный раб!» Это атмосфера небес, и это то, что Иисус принес на землю через драгоценного Духа Святого. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Пасторы и епископы пытаются занять место Бога в жизнях людей. А такого быть не может. Мы лишь указываем путь. Мы помогаем вам обрести связь с Богом, а Бог показывает путь. Но этого не будет без поместной церкви, потому что она светильник Божий. Вы не молитесь к Богу через своего пророка. Вы не молитесь святому Бернарду. Вы молитесь во имя Иисуса. Вы молитесь под водительством Духа Святого. Вы живете в силе Духа Святого, потому что Он наш помощник, наш путеводитель. Он укрепляет и ободряет нас во имя Иисуса Христа. Он аплодирует всем вам. Он аплодирует вам. Ну давайте, похлопайте. Он не бьет вас руками по голове. Давай, брат, похлопай, здорово. Он поддерживает вас. Давай, Мария, ты сможешь воспитать своих детей одна. Ты сможешь построить этот бизнес среди кризиса. Ты можешь быть свидетелем Иисуса Христа там, где Бог поместил тебя. Он болеет за вас. Мне нравится то, что Он божественный ободритель, и это чудесно. Мне нужно ободрение. Мне нужна поддержка во имя Иисуса Христа. Я стану на фоне этих рук. Я хочу сказать, что слово «ободритель» буквально означает «чирлидер, ободри меня, пожалуйста». «Давай, ободри меня, сестра!» В этом мире люди предпочитают подавлять друг друга. Многие из вас поддерживают меня, но есть люди, которые не верят в меня. Они знают, когда я подавлен, когда мне тяжело, когда я чувствую себя неудачником, но Дух Святой приходит и говорит: «Поднимайся после неудачи, поднимайся после депрессии». Вот что делает небо. Небеса аплодируют вам. Это слово также означает «аплодировать». Мы можем и должны аплодировать Иисусу сегодня. Аллилуйя! Иисус аплодирует вам, чтобы вы бежали дальше. Он аплодирует вам, чтобы вы воспитывали своих детей. Он аплодирует вам, чтобы вы были доктором. Он аплодирует вам, чтобы вы были политиком. Он аплодирует вам, чтобы вы были подростком. Он аплодирует вам, чтобы вы оставили оковы стыда. Он лично ободряет вас. Он поднимает вас. Он поднимает голову вашу. Задумайтесь над этим. Иисус послал вам того, кто лично ободрит вас. Это ваш личный чирлидер круглые сутки напролет. Когда вам тяжело, Он придет к вам, как к Илье в долине отчаяния и депрессии, и поднимет вас во имя Иисуса. Давайте прославим Господа. Я всегда останавливаю людей, когда они начинают наговаривать на себя, потому что это болезнь. Это не то, как Бог разговаривает с нами о нас. Дух Святой никогда не уведет вас от истины. Он ведет вас к истине. А у истины есть имя — Иисус. Его зовут Иисус. Он — истина. Когда мы смотрим на Иисуса и на то, как Он вел себя с людьми, то видим, что Он не осуждал грешника, Он никого не осуждал. На самом деле Библия говорит, что Бог не послал Своего Сына в мир, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир. Он — Спаситель. Но религия рисует у нас в голове картинку, что, приходя к Богу, мы должны чувствовать вину, как Адам. Я помню, как я молился. У нас был молитвенный круг. Многие опытные христиане помнят об этом. В первые 5 минут нужно было исповедоваться. «Отче, я согрешил». И ты исповедуешься.
грехи, упущения, попущения. Нужно было исповедоваться во всем. Нам говорили, чтобы мы приходили в Божие присутствие с греховной совестью, а не осознанием праведности. Сказано, что когда придет Дух Святой, Он обличит мир во грехе. Это означает, что Он приведет его к Спасителю, праведнику. Ваше положение во Христе не основывается на ваших делах, потому что ваши дела праведности для Бога, как грязные одежды. Дух Святой будет всегда говорить вам: «Приходи к Богу, не беги от Бога, возвращайся к Богу». Бог не думает о тебе хуже. У меня трое детей, трое внуков, скоро появится четвертый. Я люблю вдохновляться, несмотря ни на что. Что бы они ни делали, ничто не может отделить их от моей любви к ним. А ведь я маленький человек, который родился в греховной природе. Мы же говорим о совершенном Боге, который есть любовь. Мы знаем о Божьей любви к нам и Его намерениях, о благих планах Божьих. Бог думает о нас с добротой, милостью и благостью. Но у нас бывает неправильное восприятие Бога. Я уже говорил вам, что самый важный образ в вашем разуме — это образ Бога. Он определяет ваши отношения с Богом и с людьми. Если у вас в разуме сложилось представление о том, что Бог — жестокий судья, который хочет достать вас, то вы будете соответственно относиться к Богу и к людям. Вот почему люди так быстро осуждают других. Все дело в том, что они не осознают свое положение во Христе. Они осуждают других, потому что ощущают осуждение в сердце. Вот почему Иисус сказал: «Люби ближнего, как самого себя». Любовь — исполнение закона. Вы должны пережить любовь Божью и возлюбить себя, прежде чем вы сможете возлюбить своего ближнего. Если вы боретесь с осуждением, то, как Библия говорит, вы не достигли совершенства или зрелости в любви Божьей к вам. Вот для чего приходит Дух Святой, чтобы ободрить вас в вашем положении во Христе и ваших отношениях с Богом. Часто проповедники говорят о любви с условием: «Если ты сделаешь это, то Бог сделает то». Нет, брат, ты был грешником, был лишен славы Божьей. Библия говорит, что Бог не смотрел на тебя на основании твоих грехов, но смотрел на тебя в свете своей милости. Аллилуйя! Бог относился к тебе лучше, чем ты того заслуживал. Я хочу сказать вам, что каждый день вашей жизни Бог будет относиться к вам лучше, чем вы того заслуживаете. Он поднимет вас из депрессии. Он поднимет вас из положения униженности. Он поднимет вас из глубин тревог и проблем во имя Иисуса. Он ободрит вас во имя Иисуса. Иногда люди думают, что могут освободиться лишь через служение освобождения. Кто-то должен изгнать беса, и тогда они освободятся. Раньше, в начале пятидесятнического движения, люди выплевывали бесов. Сейчас мы видим повторение подобных вещей. Если есть бес, то его нужно изгнать. Но Библия говорит, что мы были освобождены, были перенесены в Царство Божие Сыном Его. Все, что нам нужно сделать, это послушать, что говорит Бог. Послушать Духа Святого. Ходите в свободе, которую уже получили. Ходите не как раб греха, но как раб праведности. Ходите в ободрении Духа Святого. Вы лучше победителя. Вы можете делать все в укрепляющем вас Иисусе Христе. Суть не в строгих правилах и ограничениях, которые люди пытаются насадить на других, но в свободе. Библия говорит, что Христос пришел, чтобы освободить вас. Воскликните: «Как чудесно!» Скажите: «Я свободен!» Скажите еще раз: «Я свободен!» Чтобы быть тем, кем меня призывает быть Бог, во имя Господа Иисуса. Аллилуйя! Итак, Дух Святой, подойди ко мне, наш чирлидер, Дух Святой. Встань за мной, пожалуйста. Это намного лучше помпонов. Подойдите, брат. Встаньте за мной. Подуйте на меня, а то тут жарко.
Тогда это делали с помощью пальмовых ветвей, но мне больше нравится руками. А вот кем мы должны быть, мы должны болеть друг за друга. Послушайте, если мы будем следовать за Духом Святым, то мы будем такими. Если же мы не будем наполняться Духом Святым, все будет иначе. И руки, которые поднимают, начнут опускать людей. Руки, которые должны ободрять, начнут судить. Это Дух Святой, Он божественный ободритель, Он ободряет вас, чтобы вы были лучше. Он продолжит выполнять вас ту работу, которую начал. Он завершит ее. Возможно, вы не тот, кем хотите быть, но слава Богу, что вы уже не тот, кем были раньше. Вы прошли некий путь. Да, вам еще далеко идти, но вы не будете делать это сами. Вы будете делать в партнерстве с божественным ярким ободрителем, который зажжет огонь в ваших глазах, добавит красок в вашу жизнь. Это ободритель и учитель пришел, чтобы ободрить вас. Послушайте, доктор в операционной. Он поможет вам, у него есть опыт, ведь он третья личность божества. У нас в церкви в Блумфонтейне есть хирург. Он позвонил мне как-то и сказал: «Пастор, я не знаю, что случилось, но на этой неделе двое человек умерли на операционном столе во время простых операций. Я знаю, что никто не хочет слышать такого. Вы хотите уходить живыми с операционного стола?» Я сказал ему: «Послушай, возвращайся в операционную». Я подал резюме в ту компанию, но не получил работу. Я неудачник. Нет, приготовьте резюме получше и снова подайте его. Дух Святой ободрит вас во имя Иисуса. Вы станете лучше, чем были во имя Иисуса. Меня никогда не принимали. Не отказывайтесь от своей мечты, потому что Он от Бога. Дух Святой ободрит тебя. Подросток, чтобы ты и дальше старался во имя Иисуса. Поднимайтесь из пепла, из плача и горя. Поднимайтесь и идите. Не могуществом и не силой, но Духом Святым. Воскликните «Аллилуйя» во имя Иисуса. Он хочет ободрить вас, доктора, родители. Мне было 12, когда мои родители развелись. Я ходил в чудесный колледж, затем мой отец ушел, а моей матери пришлось работать на двух работах. Даже сегодня, когда я говорю с ней, она не считает, что всегда делала все хорошо. Но она поработала на отлично. Она воспитала такого бунтарского сына. Я навеки в долгу перед ней. Аминь. Ее любовь обратила меня ко Христу, когда я был далек от Бога. Но часто одинокие родители думают: «Я недостаточно хорош, я неудачник». Или ваш ребенок попадает куда-то, и вы записываете это на свой счет. Нет, родители, нет. Бог знает, что вы делаете все, что можете. Бог ободрит вас, чтобы вы трудились и дальше. Он не подведет вас. Он слышит ваши молитвы. Продолжайте молиться за подростков, свою дочь, своего внука. Вот что делает Дух Святой. Он Дух, который ободряет вас и дает вам заряд во имя Иисуса. В браке Он призывает вас быть правильным супругом, любить так, как нужно, во всех сферах жизни. Он ваш путеводитель. Он ваш учитель. Но если вы не слушаете Его, вы не будете принимать верные решения. Вот почему при Сикилаге Давиду нужно было сперва укрепиться в Господе. Ему нужно было собраться. Точнее, Богу нужно было поднять его. Когда Илья победил пророков Ваала и Астарты, свел огонь с небес, Ахаз побежал к Иезавели и начал жаловаться на этого мужа Божьего. И вот что случилось. Я буду заканчивать на этом. Дух разочарования сошел на Илью. Исследуйте это место. Я не буду читать его, чтобы сэкономить время. Мы рассмотрим его на следующей неделе. Когда приходит дух отчаяния, то с ним приходят три вещи. Во-первых, мысли о том, чтобы бросить все. Во-вторых, мысли об изоляции. В-третьих, мысли о самоубийстве. У людей сейчас серьезные проблемы с мыслями о самоубийстве, ведь COVID привел людей к жесткой изоляции. Эмоциональной и духовной, вы должны понимать это. Люди критикуют нас, пастырей, говоря:
Зачем вы хотите открыть свои церкви? Что, ради пожертвований? Прошу, я скажу вам то, что думаю. Мы не получали пожертвования 10 месяцев, но накормили 50 тысяч человек. Мы кормили сирот, одиноких матерей и так далее. Почему бы вам не начать говорить о том, что мы делаем, и перестать думать, что пасторы хотят лишь наши деньги? Простите, но, по-моему, у вас проблемы с деньгами. Ведь когда вы осуждаете кого-то, вы раскрываете грех, который скрыт в вашем сердце. Все потому, что вы судите на основании того, как сами поступаете. Вот почему Иисус сказал, что если судите, то осуждаете себя. Осуждая, вы раскрываете то, что в вас. Вы раскрываете себя. Итак, Илья впал в отчаяние. Он убегает от своей судьбы. Он оставляет своего слугу. «Я знаю, что Дух Святой не оставит меня, но не бегите за мною». Он убегает и говорит, «Хватит, все, я ухожу, с меня хватит». А потом он говорит, «Боже, я хочу умереть». Мысли о самоубийстве, изоляция, желание бросить все, мысли о том, чтобы закончить все. «Боже, я сделал все, что мог, но ничего не вышло. Я остался один-одинешенек». Весь мир проходит через это. Люди проходят через эти худшие вещи, чем вы. Вы просто не знаете об этом. Бог послал ангела с большой буквы. Это Христос до воплощения. Иисус приходит к своему слуге. Иисус всегда приходит к вам. Иисус никогда не уйдет от вас. В ваши худшие моменты Иисус будет приходить к вам Духом Святым. Когда вы убегаете от Бога, Он будет бежать за вами. Во имя Иисуса, как с Петром. Иисус побежал за Петром. Не только мы бежим к Богу. Иногда Бог бежит к нам. А почему? Потому что Бог предан этим отношениям. Бог не собирается бросать вас. Бог обещал, «Я не оставлю и не покину тебя». Нам лишь нужно в этот трудный момент сказать то, что сказано во втором послании Коринфянам. Библия говорит, что Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Я знаю, что здесь танцует чудесная дама, одна из наших пастырей. Давайте ей поаплодируем. Мы не будем путаться, как американцы, у которых отца больше нельзя называть отцом, а мать матерью, а мальчика или девочку называть ребенком. Мы не пойдем этим путем, you are. А вы понимаете, что я имею в виду? Мы не последуем их глупости. Мать у них теперь рождающий родитель или как-то так. Они пытаются сделать все абстрактным. А отец становится второстепенным чем-то. Вы не можете говорить «отец» или «мать». В парламенте Новой Зеландии запретили галстуки, потому что это мужской шовинизм. Простите, что ношу галстук. Теперь буду, пожалуй, носить 3 галстука. Давайте не будем становиться глупцами, называющимися мудрецами. Когда я в последний раз смотрел... то мальчик был мальчиком... а девочка была девочкой. Если у вас проблемы с определением, кто вы, придите и спросите меня. Мы хотим стать настолько политкорректными, что готовы нарушать Слово Божие. Что делает Дух Святой? Он ведет нас к Слову, к истине, к Иисусу. Как я, пастор, могу увести вас от Иисуса? Как я, пастор, могу говорить, что церкви можно закрывать, если это не то, чего хочет Бог? Как? Я постоянно бросаю вызовы пастырям. Почему мы принимаем как факт то, что нас нужно закрыть? Церковь — это самое безопасное место в городе. Некоторые из вас садятся на 3 автобуса за день и сталкиваются с 18 людьми, но это безопасно. А почему же в церкви нет? Сатана ненавидит церковь. Когда вы приходите в церковь, здесь царит атмосфера Духа Святого. Он живет здесь. И что он делает? Он ободряет вас.
оживляет вас, поднимает вас, напоминает вам, указывает направление. Мы не призваны, чтобы жить в одиночестве. Нет, в этом нет воли Божьей. Мы, пятидесятники и харизматы, отправили письма нашему правительству с требованием открыть церкви хотя бы на 50%. И этот документ уже на столе у президента, и мы ожидаем ответа. И в зависимости от того, каким он будет, мы сделаем следующий шаг. Мы обратимся к высшей власти в ЮАР, к Конституционному суду. Мы попросим его вмешательства. Церкви в ЮАР должны быть открыты, безопасно и ответственно. Мы просим Бога, чтобы до этого не дошло, но мы готовы. Это то направление, в котором мы движемся. Пятидесятники, харизматы, самые большие церкви в ЮАР решили, с нас хватит. Наши люди страдали достаточно долго, они достаточно долго страдали духовно. Они достаточно долго страдали духовно. Достаточно. Вы можете быть одним из тех христиан, которые думают, что стоят за церковь. Но будьте осторожны. Если вы будете выступать против церкви, атаковать церковь, вы дадите отчет перед Богом, когда предстанете перед Ним. Итак, у нас осталась минута. Я хочу сказать, что Бог любит вас. Мы делаем все это, потому что Бог любит вас. Все это для вас. Вот почему Иисус пришел. Возможно, сегодня вы не уверены в том, что попадете на небо, если умрете. Возможно, во времена пандемии вы, как Илья, убежали от Бога. Я не знаю, я лишь знаю то, что Бог любит вас. И где бы вы ни были сегодня, вы можете вернуться к Иисусу. Если вы желаете этого, то положите руку на сердце и повторите эту молитву со мною. Скажите вслух: «Господь Иисус, я возвращаюсь к Тебе. Спасибо, что Ты возлюбил меня таким, какой я есть. Я верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Сегодня я отдаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса. Аминь».